Большое спасибо за возможность встретиться сегодня с представителями средств массовой информации Сербии. Puno vam hvala što ste mi omogućili da se danas susretnem sa predstavnicima sredstava javnog informisanja. Важно, что сейчас на этой встрече мы можем говорить не только о намерениях развивать сотрудничество, но уже о некоторых важных достигнутых результатах. Mi danas ne možemo govoriti samo o našim namerama, već i o važnim postignutim rezultatima. Для меня очень важно также и то, что сейчас эта пресс-конференция проходит в этом очень красивом зале, но рядом в окне я вижу следы чудовищных преступлений 99 года, которые оставили после себя внешние агрессоры. Veoma mi je drago što se ova konferencija održava u ovako lepoj, raskošnoj dvorani, ali isto tako imam priliku da vidim sve posljedice iz 99. godine. Я надеюсь на то, что в результате наших договоренностей и их реализации Сербия станет гораздо более сильным государством, настолько сильным, что любой агрессор 10 раз подумает, прежде чем будет применять оружие против вашего государства. Надам се да ће после ових наших разговора Србија постати много снажнија земља, мислим на одбранбену сферу. Мы сегодня на встрече с президентом, председателем правительства, председателем Скупщины, моим коллегой, первым вице-премьером, министром обороны, обсуждали самый широкий круг вопросов не только военно-технического, но и социально-экономического и политического сотрудничества. Мы сегодня в рамках разговора с господином председником, премьером, председником Скупщины и моим почтенным коллегом, господином первым подпредседником Александром Вучичем, рассмотрели многие темы. И надо сказать, что сегодняшний наш визит является развитием того диалога, который сложился между президентом Сербии господином Николичем и президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Ово само наставак, значит, диалога, кој је започет са господином председником Руске Федерације Владимиром Владимировичем Путиным. Думаю, что с учетом уже сложившейся политической конфигурации во власти Сербии, мы, Россия, имеем здесь, в Белграде, надежного и серьезного партнера, который выражает в своих действиях традиции многовековой дружбы между русским и сербским народами. Смотрим, да је доласком нове владе на чело ове земље, да је Русија, значи, добила поузданог, стабилног партнера у свим сферама сарадње. Теперь наша задача поднять достаточно высоко уровень капитализации этих отношений с тем, чтобы духовное единство наших народов подкреплялось солидной материальной основой сотрудничества. А мы далее треба да наставляемо, да унапređуемо ту сарадню.